Слава Украине! Героям слава! Приветствуем от Полманского. Ну что, друзья мои, 11 ноября 2022 года. Это новый день Херсона. Сейчас на площади Свободы выходят люди, дети, взрослые, женщины, мужчины, все, кто хочешь. Пенсионеры, пионеры, все там, ребята, все в украинских флагах. Площадь Свободы вся жовто-блакитна. Постамент героям, героям АТО. Перед Херсонской госадминистрацией в жовто-блакитных флагах. Ребята, русни, может, она где-то там есть по подвалам, наверняка есть, на них уже чихать хотели. Там везде Украина, все, люди празднуют. Ребята, это... Я частенько знаю, что говорить, тут я не знаю, что говорить. Это просто супер, это просто мы этого ждали столько... И знаете, даже не верилось. В это не верил даже мой кот. Ну, вот не верилось ему. Хотя кот, наверное, верил. Кот знал всегда. Он всегда знал, что мы освободим Херсон, и все будет супер-супер-супер. Заходите. Кому интересно, эти все фотки сейчас у нас на телеграм-канале. Ссылка снизу, как обычно, в описании к этому видео. Херсон жовто-блакитный. Площадь Свободы жовто-блакитна. Наши прапоры на улицах. Слава Украине!